Накануне представители некоммерческих организаций Ангарского округа собрались в мэрии, чтобы обсудить совместную работу. Встреча прошла в рамках единого дня прозрачной благотворительности, который с 2020 года отмечается в России 7 апреля. Многочисленные НКО собирают денежные средства для оказания той или иной помощи. Однако зачастую таким способом пользуются мошенники и под предлогом благого дела обманывают доверчивых граждан. В ходе совещания разработаны меры, призванные повысить эффективность некоммерческих организаций и уберечь людей от действий злоумышленников. Сейчас есть очень много способов. Думаю, вы здесь посмотрели в этой методичке. Это СМС-пожертвования, это на сайте. На сайте, думаю, у всех сейчас практически есть, да, сайты. И, соответственно, там сделаны тоже странички. Это QR-коды различные. Как отметила заместитель мэра Марина Сасина, существование НКО невозможно без привлечения средств. Это гранты, субсидии и спонсорская помощь. От того, насколько открыта деятельность, зависит репутация всего сектора. Добавим, что Ангарский округ – единственная территория в регионе, где некоммерческим организациям оказывается финансовая поддержка.